Внимание на старт, лошади в боксах. Дан старт первой скачки прищи жеребца Стикса на лошадях трех лет и старше чистокровной верховой породы. После кучного старта скачку повел Ставрос. 100 метров пройдено за 7,8 секунды. На первом месте Ставрос. Здесь же замок. Ставрос, замок, Альтазар с просветом сзади Зелинхан. Замыкает Алаша по противоположной прямой Ставрос, замок, Альтазар броском на второе место. Возглавил скачку Альтазар, на втором месте Ставок, на третьем замок. 500 метров пройдено за 39 секунды, в левом повороте скачку ведет с просветом Альтазар, Ставок, замок. Замыкает Алаша. Скачку ведет Альтазар. К нему приблизился Ставок с просветом сзади замок. Залимхан замыкает Алаша. 500 метров пройдено за 33 секунды. Финишная прямая. Скачку ведет Ставок. С поля замок. С бровки. Альтазар броском на третье место. Так, это Фурс выигрывает скачку. Фурс, Ставок, замок.